И всем привет, ребята! Рад приветствовать вас на моем новом видеоролике. Мы продолжаем играть в Cooking Simulator. Ну что ж, усаживайтесь поудобнее, заваривайте себе вкусный чаек, а мы погнали! Нам предстоит встреча с критиком, которого в первый раз мы, к сожалению, провалили. Но сегодня мы это исправим. Ваше здоровье! Ура! У вас получилось! Ресторанный критик хочет попробовать вашу еду завтра. Завтра? Только завтра? Странно. Мне казалось, уже сегодня. Говорят, ресторанный критик подойдет через 4 часа. А, нет, сегодня все-таки. О чем мне подготовительная фаза? Ладно, выкинем супы. Если что, заново приготовим. Тут их варить очень странно. Не знаю. Игра в целом неплохая, но, как по мне, в чем-то странноватая. Ее реализм во многом делает ее странной. Так, поехали. Запеченная форель. Поехали. Нам нужна форель. К ней мы бахаем черный перец 5 грамм. Так, раз, два, три, четыре, пять. Дальше мы к ней бахаем сушеный укроп. Раз, два, три, четыре, пять. После этого бахаем сушеный тимьян еще. Сушеный тимьян. Раз, два, три, четыре, пять. Отлично. Так, теперь мы ее ложим на поддон и убираем запекаться. Бух. К ней нужно лимон, нарезанный на дольки. Где мой лимон? Лимон мне отдай. Гадость, а. Есть. Его на дощечку, его нужно порезать. Во-первых, вот так вот. Во-вторых, вот так вот. Есть. Бум. Ей еще готовится и готовится пока. Погнали. Возьмем тарелочку. Уже положим лимоны. И остается дождаться, пока заработает форель. Отлично. Что там по ожиданию блюда? Все хорошо. Угу. Украсить свежей петрушкой. Еще не готово. Ждем-с. Мне в этом плане Кебаб Шефс понравился намного больше. Как-то он поприятнее работает. Так, форель. Да ё-моё. Форель. Поставь тарелку. Да нет же, поставь. Сушеный хрен. Раз, два, три, четыре, пять. И украсить свежей петрушкой. Так. Свежая петрушка у нас вот тут. Два, четыре, шесть. Все. Подать. Чего? Бог ты мой, а? Рыба где? Где рыба? Они что, издеваются? Ладно. Подать. А
Сейчас поступит заказ от ресторанного критика. Свинина на кости. Свинина на кости. Так, для начала возьмите свинину на кости. Куда делась форель, блин? Я понимаю, она упала, но что это за фигня? Приправа, соль 4 грамма. Окей, хорошо. Раз, два, три, четыре. Далее, черный перец 4 грамма. Раз, два, три, четыре. После этого сушеный тимьян 6 грамм. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. После этого сковородка включаем нагрев. Вот так вот. И наливаем масло 30 миллилитров. Да ты дебил, что ли? Вот так. И вот так. Свинина у нас жарится. Далее. Возьмите 300 грамм картофеля. Это сколько картофелин надо? Две штуки. Раз. И два. Дальше. Посолить. 6 грамм. 3 грамма на одну, 3 на вторую. Раз, два, три. Раз, два, три. Окей. Дальше. Порежьте на крупные куски. Хорошо, режем. Каждую картофелину надо поделить на 3 куска. Поделю вот так вот. Бам. Бам и бам. Допустим. 50, 48, 48. Окей, отлично. Переместить на противень. Есть. Вот так. Отлично. И вот сюда закрыть. Берем лопатку и переворачиваем. Вот так вот. Нет! Чуть масло опять не разбил. Я его уже разбивал тут. Неприятная фигня. Так, окей. Большая тарелка. Готовимся. Скоро забирать ее. Так. Восхитительно. Скоро все будет готово. Чего? Да ё-моё! Починить. 1,5 минуты. Спасибо. Охренеть. Вовремя. Почти готов. За тарелкой, считай, готово. А вот со свининой, конечно, беда. Так. Вот так вот. Окей. Сколько осталось времени? 5 минут 9 секунд. Конечно, классный подарок от судьбы. Давайте подождем, что могу сказать. Я очень люблю готовить, но эта игра это что-то с чем-то, не знаю. Специфичные чувства они у меня вызывают. Будет интересно послушать ваше мнение в комментариях. Но мне кажется, что эта игра как-то немного... Не знаю, мне она не зашла, честно говоря. Если это ваша любимая игра, то извините. Ни в коем случае не хотел вас обидеть.
Это чисто мое мнение. Че, все больше ничего в починке не нуждается. Ну и супер. Значит, телефон можно на место вернуть. Отлично. Ну все, продолжай готовить. Вот это. Все, супер. Пусть дожаривается. Мы почти приготовили еду. Закрыть. Ай, печально это все. Столько времени впустую тратить. Но зато красиво очень все. То есть еда реалистичная. Процесс готовки даже по факту реалистичный. Просто этим оно и немного скучно. Немного медленно все. Немного не так, наверное, динамично. Так, готово. Свинина на кости почти доготовилась. Ну и... Не понял. Что за фигня? А, вот, дошла почти. Поев. Все, она готова. Так. Ну и все получается. Подаем. Что могу сказать? Надеюсь, критик останется доволен. Так. 5 из 5. Восхитительно. Я давно вас верю. Мы выдержали проверку. Отлично, наша слава растет с каждым днем. Новый уровень славы. Отличная работа. Так, я теперь новые блюда могу открыть, получается. Ага. Овощи гриль, простое куриное жаркое с тыквой, рождественская буженина, стейк тунца на гриле. Да. Стейк с картофелем фри. Плавленый картофель. Давай. Отлично. Закрыть. Веточка орегано, нужен новый ингредиент. Так, ладно, все. Томатный суп. Добавьте в кастрюлю ингредиенты. Литр куриного бульона. Во-первых, этот целиком доливаем. Во-вторых, еще литр покупаем. Так, куриный бульон. Купить. Бум. А сколько там его надо-то? А, 700 миллилитров. Я перелил. Ладно, пофиг. Соль 12 грамм. Есть. Есть. Далее. Черный перец 12 грамм. Есть. Так, дальше. Молотый каенский перец. 6 грамм. Есть. Помидор 960 грамм. Репчатый лук. Помидор 960 грамм. Нет, вот так вот проще. Помидор 960 грамм. 380, 600, 720, 840, 960. Вот так вот. И репчатый лук 120. Сколько весит одна луковица? 120. Отлично. На плиту и варить. Нужная конфорка работает? Нужная. Варите 60 секунд. Измельчите до однородной массы. Добавьте ингредиенты сметаны. Угу.
Ладно. Сметаны 120 у меня нету, но есть 88. Хватит вполне. Чё это? Чё это? А, звезда славы. Ладно. Пусть вот здесь стоит. Интересно. О, нифига себе. Прикольно. Это что такое? О. Так у меня все это время была швабра. А я губкой полы мыл. Отлично. Офигеть. Бам. Бам. О, тут, наверное, сварилось уже. А, переварилось. Пофиг. Делаем вот так. Жунь. Вот так вот. Готово. Туда же всю сметану. Бам. И теперь в тарелку надо налить супа. Вот в такую тарелку наливаем супчик. Бам. Готово. А, смесь-то недоготовленная. Убираем обратно. И теперь еще раз наливаем половник. Вот так. Мало. Еще раз. Вот так. Все, подаем. Готово. Вкус 2, общий счет 2. Почему? Вкусный супчик. Стейк тунца на гриле. Возьмите продукт тунец. Стоп, два заказа, что ли? Чего? Стейк лосося еще. Филе лосося. Окей, давай. Далее. Давай сначала начнем с этого. Возьмите продукт тунец 200 грамм. Приправа соль 5 грамм. 3, 4, 5. Так. И перец. Раз, два, три, четыре, пять. Готово. Обжаривайте на гриле в течение гриля. Откуда у меня гриль? Утварь. Гриль. Офигеть. Ладно. Купить. Вот так. Да нет. Окей, вот так вот. Включаем дальнюю. Вот так. И туда ложим. Дальше, тут что происходит? Возьмите продукт филе лосося. Соль 5 грамм, черный перец 5 грамм тоже. Соль 5 грамм. Черный перец тоже 5 грамм. Так. А тут надо было добавлять? Нет. Тунец не жарится. Да ё-моё. Бам. Чё происходит? А-а-а! Игре плохо. Допустим, я не знаю, что с игрой происходит, я ее сломал.
Ей что-то не понравилось. Да что с игрой? Ага. Давайте подождем чуть-чуть. Игре плохо. Возможно, потому что масло воткнулось в стену, возможно, еще почему-то. Я, честно говоря, не знаю, почему ей стало плохо. Но подождем. Ну и... Алло, игра! Игра просто умерла. У меня не лагает Remnant 2, у меня не лагает Atomic Heart. У меня стабильно работают все передовые новинки. Но эта игра решила умереть до 2 FPS. Ладно, ребят, я считаю, что это знак. На этом я буду заканчивать на канале прохождение Cooking Simulator. Вот на такой... Вот на такой нотке примерно ее и закончим. Спасибо, что посмотрели этот короткий ролик. Извините, что так. Ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Впереди много интересных игр. На этом все. Увидимся, ребят. До новых встреч.